Добрый день, дорогие друзья. Сладкарница Лагард. Кондитерская. Идем на остановку. Вывеждены? Идем на остановку автобуса на шоссе Князь Борис, потому что в этой части, куда я иду, это называется шоссе. Бульвар Князь Борис первый. Есть шоссе, есть городская проездная часть, есть пешеходная часть в центре. А мы попытаемся попасть на 39-й автобус и добраться до пункта назначения на бульваре Приморском. Остановка называется фестивальный комплекс. А это так называемое место Коколче или острова. Вот здесь вот эта вот градинка, такой садик маленький, сквер детский. И улица Сава Радулов. Здесь справа повернете камеру. Такой паркинг. Вот магазин сети 300. Магазин 300 называется. Этот работает круглосуточно. И вот, как можете заметить, все первые этажи варни, это гаражи, делят площади всякими магазинчиками, фирмами, барчиками, конторками, всякое такое. Да, здесь слева парикмахерские салоны, очень модная штука в Варне повсеместно. Жигули соседские вот стоят. Видел, как он его, этот Жигуль, прогревал, прогазовывал, чтоб не застоялся. Вот интересная реклама. Видите, как когда водитель садится, вот эта картинка становится, его голова становится продолжением картинки. А еще прикольнее, видел то же самое на автобусе, так там рекламировали сантехнику, унитазы. И тоже там фигуры мужчин, женщин, сфотографированные с опущенными штанами, юбками. А когда садится пассажир, как раз в этом месте рассчитано, что его голова там находится. Так прикольно. Но в этот раз я еще не встретил автобус с этой рекламой. А был. Но я тогда, когда была возможность, не успел сделать фотографию и видео. Это было, ну, больше 5 лет назад, когда я видел эту рекламу. Но очень смешная. Очень. Улица родная. Родная Васил Друмев, все путаю ее с Любен Каравелов. А вот это вот как называется, сейчас узнаем. Иван Богоров, доктор Иван Богоров. Это знаменит, этот человек знаменит, выделился. Идем по улице Иван Богоров. Наблюдайте Варну такой, как она есть в реальной жизни. Вот такие дома, как справа, мне нравятся. Классные. Такие маленькие. Вот 5 этажей, а совсем нифига не чувствуется груза, как будто частный дом. 2, 3, 4, 5. Ну, по сути, 4 с пристройкой, ну, 5 этажей. 5. И вот такие домики. Тоже неплохо. Но скучновато. Фасад скучноватый. Дворик
достаточно большой. Примерно как у нашего оазиса на 600 квартир, а здесь где-то 60 только. Липа красиво распустилась. Вот этот домик слева мне нравится. Прошу обратить внимание. Тут вот эта отделка такая, типа как шуба. Или как каракуль. Прикольно, мне нравится. Так. Так. Ну вот, уже слышно шум шоссе. Легкий такой. И чуть левее остановочка сразу в центр. А мы живем в центре, по сути. Да. Кому что-то интересно, задавайте вопросы, пишите, потому что у всех разные взгляды и интересы. Я рассказываю то, что мне приходит на ум, и то, что я вижу по дороге. А так могу снять и рассказать целенаправленно. Вот тут доктор Насач. Видите, реклама. Эстетичная медицина. Пластическая медицина получается тут. Написано ботикс, губы, брови, ну, всякая ерунда. Вот уже виден шоссейный участок Князь Борис Первого. И там вперед Морская градина, Приморский парк, через который пройти метров 300-400 и моментально в море, моменту море. Вот и остановка видна. Пришли. Сейчас дождемся наш маршрут 39-й, и дай Боже поведем по задачам. Все, приехали.